6000 лайков, 1500 комментариев и больше 1000 репостов. Губернатор Югры набирает небывалую популярность в сети. Накануне Наталья Комарова дала онлайн-конференцию. Она собрала в интернете внушительную аудиторию, почти 90 тысяч пользователей. В режиме реального времени югорчане наблюдали за тем, как главе региона активисты презентовали социальные проекты. Наталья Комарова представили 10 инициатив. По сути, конференция стала одним из этапов отбора проектов на грант губернатора Югры. Рождаются идеи-то не на пустом месте, а на понимании и четком представлении о мире граждан. И, следовательно, нельзя ни в коем случае терять ни одной из этих идей. Поэтому я с благодарностью приветствую здесь своих коллег из муниципалитетов, потому что они самое главное фильтрующая часть нашего проекта, и тут все должно задержаться.